Привет, разъебашили сегодня орков. Путин, ты хуйло знай, и весь твой русский мир погибнет вместе с тобой. Чеченцев не видел, конечно, но пахнет вот этими писюнами по стенам, которые разлетелись. Пойдемте, покажу. Серед Беларуси сегодня есть поранені? Нет, в Беларуси все целое. Вот это захопленная тоже техника, правильно? Это захопленная техника. Это подорванная техника. Смотрим. Но ключевое... Есть много трофеев. Ага. И это не только раз и два. Еще стоит вон там танк. Скажите, будь ласка, вы не боялись штурмовать? Я так понимаю, что вы штурмовали с одним танком и двумя БМП. А у ворога тут было просто, ну я бачу тут дохера танков, БМП и много чего. И вот вы все равно смогли вырваться и захватить это все. А чего нам бояться? Мы боремся за правду. Мы свободные люди, поэтому нам нечего бояться. Поэтому, как видно, победа за нами. Скажите, а что зустрінете белорусов или россиян? Ну, россиян, разумею, вы уже зустріли, а если зустрінете белорусов, какое ваше ставление? То, что белорусы сейчас начебто воюют за Российскую Федерацию. Будем тоже убивать. Много было видео, много было сказанного о том, чтобы они не шли на это, но... Если пойдут, значит, будем встречать, как и все. Скажите, пожалуйста, среди украинских військових добровольцев разговоры есть про то, что полонених не берут. Вы тоже не будете брать в полон белорусов? Чи у вас есть все-таки какие-то сантименты до них? Я думаю, будем смотреть по ситуации, но, скорее всего, будем брать пленных. Вот. Хотелось бы спросить, почему они это делают и за кого они это делают. Угу. Вот. Поэтому будем смотреть по обстоятельствам. Я бы на месте белорусов сдавался в полон белорусам, потому что украинские добровольцы и збройні сили, за моими спостереженнями, давно уже в полон никого не берут.